Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин карнавальных костюмов grandstar.ru. В сегодняшнем видео мы рассмотрим с вами детский карнавальный костюм. Это костюм Лимона. В нашем интернет-магазине представлено несколько вариантов костюмов Лимона. И сегодня мы рассмотрим один из них. Вот так вот выглядит в запечатанном виде костюмчик. Здесь вы можете его посмотреть на фотографии, как он выглядит. Сейчас очень много на праздник осени спрашивают и костюмов как и лимонов, так и разные грибы, овощи и фрукты. Давайте рассмотрим лимон. Здесь он выглядит вот так, и посмотрим, как он выглядит на самом деле. Мы распечатаем и посмотрим. В комплект у нас входит головной убор в форме шапочки. Шапочка с листиками. Вот так вот выглядит это. Так шапочка выглядит сзади. Внутри она на подкладке. Белая подкладочка. Шапочка универсальная. В одном размерчике идет. Подходит абсолютно на любую детскую голову. Такая шапочка. И в комплекте у нас идет жилеточка. Вот такая жилетка в форме лимона. Ярко-желтого цвета, тоже с листиком. Все прошито, все аккуратненько прострочено. Жилеточка внутри на подкладке. И по бокам у нас идет вот такая вот резиночка. То есть по объему талии у детишек это все регулируется с обоих сторон. И вот здесь у нас пуговичка. На шее пуговичка. Очень удобно. Простенький костюм, но очень красивый, яркий и очень нужен в школу или в детский садик. Если вам понравился костюм Лимона, вы можете заказать его на сайте grandstar.ru. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал.